А у кого руки из жопы растут, скажите, пожалуйста. Вот это буква И. Знакомьтесь, Димка Рукожоп, с вами. 15-й, як справи? 15-й, добре. Я не вам. В смысле, я 15-й. А. Короче, музыка играла недолго. Конечно же, нас остановили. Димон там... Димон! Димона забрали, одели в наручники. Ребята, ну это жопа. Мы не хотели никому мешать. Ситуация крайне странная. Меня попросили ребята из Magic 5 посниматься у них в ролике. Я согласился, они сказали, что есть все разрешения, там показали мне бумажки. Вот. И нас посреди ролика, здравствуйте, останавливают полицейские, просят документы, говорят, что информации о съемке у них никакой нету, что мы нарушаем закон тем, что мы используем символику полиции, поблесковые маячки и так далее. Забирают Диму Евтушенко, забирают оператора под предлогом, что он должен быть предлогом того, что он должен быть в армии. Ведут себя крайне агрессивно, негативно реагируют на объяснения, матерятся, обзываются, между прочим. К машине за личными вещами не подпускают, и более того, забрали Диму, и с ним мне, как свидетелю и соучастнику, ехать не разрешают. Ребята, Димона отпустили. А, наконец-то, у меня просто руки от наручников. Ты в наручниках сидел? Чувак, я сидел два часа, вот прям хорошо. Все это время в машине? Да, вот тут прям следы такие, очень больно. Непонятная агрессия со стороны. Вони під'їжджали до водіїв, які порушують правила дорожнього руху, і будучи перебуваючи у формі, в формовому одязі поліцейському, зі спеціальним жетоном, підходили до них і там...